И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на сервере Ark Safari, и все так же на карте Aberration. И, собственно, сегодня я очень рассчитываю на то, что я заберусь наверх. Я после вчерашней, ну, после прошлой серии, возможно, даже вчерашней, не знаю, не залетая домой, с той самой точки, прилетел сразу же на кишку. И вот, забираясь все выше и выше, я начал видеть свет в конце тоннеля. Настоящий свет в конце тоннеля. И решил, что пора начать запись. И авось, возможно, это именно то, что я ищу. Возможно, это именно тот самый свет, который мне нужен. И я попаду, наконец-то, туда, куда я так давно хочу попасть. Опаньки, а там кто внизу вылазит? А, Стега. С пауками дерутся. О, это сейчас со скорпионами. Эх. О! Ну-ка! Давай! Как видите, у меня абсолютно все поломанные мои... ледорубы практически все уже поломаны. Снова землетрясение. Опять придется его пережидать. Потому что... А, нет, просто был шум. Или все-таки снова землетрясение. Ладно. Погнали дальше. В общем, как я и говорил, нужно пробовать через кишку. Мне повезло. Той высоты, которую я набрал, было достаточно, чтобы забраться в эту кишку. Кишка хребет. В целом они выглядят одинаково практически. Вот, поэтому как бы все легко и просто. Я очень рассчитываю на то, что я доберусь туда, куда нужно. Деревья. О, круто. Идите колотить. Самое главное не упасть в этом деле. А то вдруг покажут, что и текстура есть, на самом деле ее нету, и полетел, как говорится, в небытие. Красоты! Офигеть! А посмотрите, где я, прям над своим домом! Крутяк! Ну-ка, увижу я свой дом. Не, он не прогружается на такой дальности. Офигеть, вот теперь я точно на самой высокой высоте. И, кстати, да, тот кристалл был выше, чем вот это вот, вот это здание. Крутяк, я и даже не знал, что прямо надо мной кишка проходит. И, возможно, прямо надо мной есть выход? Как вы думаете? Ну, точнее, над моей базой. Возможно. Было бы очень даже неплохо. Было бы очень даже неплохо не упасть. Чё? Да. Ой, черт побери. Это смех отчаяния. Это реально смех отчаяния, потому что, пытаясь забраться наверх, я просто-напросто забрался к потолку. Черт побери. Реально, пытаясь забраться, я просто забрался к потолку. И не более. И все! К чертову потолку! Не наверх! Никуда-то еще! К потолку! Понимаете? Это уже весело. Ах, черт побери. Да уж. Весело. Ах, ну ладно. Что поделать? Как говорится. Значит, не сегодня. Значит, просто-напросто не сегодня. Ну, кстати, ладно. Чё, не беда. Вот, кстати, та самая кишка. Сегодня не получилось.
получится в другой раз. Погнали. Я тут видел фиолетовые, синие и красные. Свет. А это означает, есть возможность. Кстати, зацеплялся я вот за вот этот штырь. Я прям в него уперся. И за него зацепился и залез наверх. Да, по штырю залез наверх. Безумие. Возможно. Вот. Здесь видео, вот они, видите, красные, синие, фиолетовые свечения. Так что нужно сгонять именно сюда. Так, поэтому, да, я по... Или поэтому? Не, я поэтому забрался, да. Нужно сгонять именно туда, и, соответственно, будем там шариться в поисках новых ресурсов. Ресурсы мне нужны новые, а это значит лишь одно. Нужно как-то выживать. Да и пора уже томить Дина, почему бы и нет. Все-таки ж мы играем в Арк, а не в какое-то там Раст, где просто рейды, рейды, рейды. Ну или другая какая-нибудь игра, типа выживалки. Отлично. Так. В следующий раз я обязательно заберусь на эту вершину чертового мира. Ну ладно. В общем, что сейчас мне нужно сделать? Мне нужно сделать, починить свои инструменты. Это самое главное. Потом я все-таки думаю, стоит начать приручать. И тут сложно сказать, кто мне именно нужен. Для того, чтобы приручать, мне нужно обязательно увеличить свой дом. Да, и я, пожалуй, увеличу его на озеро. Просто подниму снизу фундамент и все дела, бла-бла-бла. В общем, подниму его над озером, сделаю и постараюсь, как бы, попробую, по крайней мере, сделать его над озером. Не знаю, получится ли. Кстати, неплохо. То есть, если я забираюсь сюда, то я смогу спокойно, минуя все вот эти горы, препятствия и так далее, пробраться в ту сторону. Здорово. Сэкономлю себе силы. Погнали. Погнали в базу. Ну, кстати, раз... Не, надо какой-нибудь огнестрел себе забабахать, чтобы в ту пещеру, вот в эту пещеру, бежать. Надо какой-нибудь себе огнестрел забабахать. Огнестрел — это штука классная. Ну, здесь, кстати, еще стоит такой мод на торпорные... Огнестрел, то есть любой огнестрел становится торпорным, если сделать его, ну, точнее, там, торпорный, шотган торпорный и так далее, то есть патроны торпорные. Вот, и, собственно, думаю, с этим сейчас и стоит заморочиться. Да, все попереломал, лишь парочку остались на возможность вернуться домой. Ну, вернулся живой, живёхонький, здоровенький и без лишних заморочек. Но честно, расстроился. Расстроился вот этим вот просто упиранием головой в вершину мира. Очень сильно расстроился. Но не беда, там, где мы находим определенный конец, скоро, значит, мы найдем в том же месте определенное начало. Ну, к примеру, сейчас я уже решил нормально развиваться, а не страдать фигней. Исследуй мир, проверяя, что да, когда, где, играться с этими с ледорубами и так далее. Это Арк, черт побери. Надо там Медина. И это главное. Так, погнали, посмотрим, что да, когда, где здесь у нас на острове есть. И кого вообще стоит притомить? Кого же стоит притомить? Кстати, грибы здесь собрал, грибы здесь больше не спавнятся, потому что я построился рядом. Ха! Прикол. И, соответственно, теперь я могу здесь спокойно лазить. Такс. Кто у нас здесь есть? У нас есть... Псы, кстати, вполне неплохая штука. В плане боевой единицы. Стега тоже неплохо. Собиральщик вполне неплохой. Вот тебя, Roll Red. Да, мне там уже проспойлерили в комментариях то, что томить его легко и просто. Он томится просто, типа, мед в последний слот ложишь и так далее. На что я сказал, ну, типа, можно сделать
Собрал мед и бежать, собрал мед и бежать, собрал мед и бежать. Беги, глупец, беги. Подальше от этого говна. О, мед стакается, огонь. Такие вот дела. В общем, он томится легко, то есть берешь, ставишь последний слот, все дела, и все, 15 минут. О, я еще забрал, крутяк. Ну и, собственно, будем пробовать его томить. Возможно, нужна маскировка, я не знаю, но будем пробовать. Так, для этого мне нужны ледорубы. Итак, забравшись повыше для полета, я могу спокойно лететь. Это здорово, знаете, вот, пожалуй, вот этой вещи больше всего не хватало арку лично для меня. Тогда, то есть, возможности взлететь в любой момент. Это здорово, мне нравится. Пожалуй, именно это я хотел больше всего. Чё-то, короче, дерьмово, вы спойлерили меня. Даже к жопе подходить не получается. Возможно, возможно, маскировочный костюм нужен. Или это неправильная самка? Хе-хе, ладно. Я даже не знаю, что они вообще дают, но давай попробуем еще какого-нибудь другого найти. Авось, это бракованное просто попалось. Не исключено. Ну, там, типа, забагалось. Все дела, да ладно, ядрить тебя растудить. Ты шишот. Еще не лучше. Погоди. А что там впереди? Ага. Трупецкий. На трупецкий мне точно насрать. Наверх, наверное, надо забраться. Наверное, надо забраться наверх. Кстати, здесь я видел, как мне помнится. Етитеньки, колотитеньки, сколько тут живности. Ну, прям рай какой-то для живности, я смотрю здесь. Угу, овисы. Ну, также чувак не заходит. О, могу посмотреть в инвентарь. Чувак! А ты знал, что у тебя можно тут все спереть? Ладно. Хитить, колотить. Короче. Тотс. Если фон не будет заходить пару дней, тогда я уже все сопру. Ну просто вы это все дело не увидите пару дней. И если кто-то спер, то значит, ну, кто-то спер. Ладно, а я через пару дней. То есть, если никто не спер, значит и он не играет, и никому не нужно. Да, все такие честные. Ну а мне металл пригодится уж точно. Так, ладно, что будем делать? Что будем делать? Конечно же, забираться наверх. Погнали. Едеть, колотить, кое-как сюда забрался. Во время землетряса вообще не мог забраться. Землетряс прошел, оп, все нормально, хорошо. В общем, лучше все-таки, когда трясет, не лазите нигде. Ну, в смысле, с ледорубами по стенам. На всякий случай. А то, мало ли, сорветесь, упадете, бла-бла-бла, все дела. Потом скажете, вот, ты же лазил по стенам, как так? Вот. Ну, всякое же может быть. Ну вот, забравшись наверх, я уже могу спокойно лазить, где мне угодно. Так, этот сундучок я открывал уже, да. Поищем. Поищем, в общем, короче, как Roll Ride. Типа крутящаяся крыса. Типа шариковая крыша, крыса, все в таком духе. Посмотрим. Посмотрим, что... Твою мать, Карна, да идите тебя рассудить. Ну ты-то здесь какого фига, да? Иди ты в шраку. Прямо в сракотан. Иди в жопу. Я просто знал, что он 12-го лева, я уже давно на него смотрел. Вот, и поэтому как бы без лишних заморочек я с ним смахнулся. И я победил, потому что он всего лишь 12-го лева. Ну, честно, господи, честно, вот что с него взять? Вот что с него взять? Чего у него там здоровье было? Там даже 1000, наверное, здоровья-то не было. Потому что завалил-то его махом. Так что, да. Ну, затащил так затащил. С голыми руками против Карна. Ну, как с голыми руками? Конечно, у меня была пика, у него были зубы, но все равно. С голыми, типа, руками. Так, погнали. Погнали вперед.
Кстати, да, вот там чуть подальше, это нормальный спаун портала, а не там, где я появился в первый раз. То есть, если спаунишься на портале, то появляешься где-то здесь, и это нормальный спаун. Твою мать, Базилиск! 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 Я тебя растудить, ты под шарты в жопу! В жопу не! В жопу не! В жопу не! Эх, по мне стреляю! Мы под обстрелом! Больше на эти шипы странные не буду ходить смотреть, а что там такое? В задницу все это дело. Нафиг. Просто нафиг. Окей. Ух ты ж. Раз туда тебя туда. Там тоже есть что интересное. Окей. Тоже надо будет проверить все это дело. Ну, я такой уже более или менее освоился, знаете. И теперь могу как-то более свободно бегать, что ли. Вот, поэтому как-то уже полегче немножечко. Немножечко полегче лично мне. То есть и к игре я обратно привык. Вот, и на карте освоился. Так что все вполне неплохо. Давай обойдем это дело немножечко подальше. Авось Роурет найдем. Ну, они же должны где-то еще спавниться, помимо того входа. Не все ж настолько глупо. Ну, меду много не бывает. Тем более, он здесь такается, так что как бы с этим проблем нету. Такс. Ты едеть колотить. Чуть на диплодока не вылез. Они, как мы прекрасно все помним, не любят, когда к ним подходят в упор и агрятся из-за этого. Неженьки они, одним словом, так что, да. Не будем рисковать. Так. Слышь, читеры! Привели сюда птера. Или здесь птеров можно притомить? Я видел какого-то крыла. Нет, здесь птеров, я думаю, нету. Просто привели сюда птера. Или купили в магазине птера. Блин, нет, я хочу именно вот так вот, чтобы сама игра показала мне что-то когда где. Вот тут я заспавнился, что ли. Ну, где-то, по крайней мере, на подобном месте. Ей, я лечу. Здорово. Мне нравится летать. Именно когда ты вот так можешь, хоп, и взлетел. Так сказать, по щелчку пальца. Кстати, дайте я заряжу своего пета. Сорян, чуваки. Он у меня просто скоро потухнет такими темпами. Бегаем мы уже давно. И свет ему тоже нужен. Ну, а вы зарядитесь потихонечку. Блин, я роллретов не вижу. Мне это не нравится. И очень сильно. Кстати, надо вот так перекинуть. Ладно, поищем, что поделать. Ну, как говорится, файт так файт. Решил отбиться все-таки от волков. Хоть разочек и посмотреть, что это когда где. Ну, вполне неплохо. Да, может, не сильно, так что только вот эффект ранения наносит дополнительный урон, так нехилый. И все. Пожалуй, единственное, чем они могут хоть как-то навредить. По крайней мере, такие маленькие левлы. А вот металлический нагрудник сломался, это фигово. Между прочим, на нем у меня скин был. С полетом. Я теперь летать не умею. Только плавать. Ну и бегать. Эх, поплыли до дома тогда. Не могу роллретов найти, прикиньте. Просто их нету. Поэтому берем, создаем помповое ружье и в пещеру. Ну все, в жопу. Да. Вариантов-то больше нету. Хоть на них отыграться. Ну или они на мне. Все возможно. Во! Мод на печке добавлен. Огонь! Огонь! Не что? Industrial Forge. О, точнее, мне надо for.
Master Force и... В общем, короче, охрененные печки. А, отлично. Все. Освободилась админ и добавила печечки. Огонь. Здорово. Здорово. Теперь. Вот теперь с переплавкой металла проблем не будет. Так что, да. Все здорово. Все здорово. А я тут ищу патроны, блин, для дробовика. Дожился, я забыл, как патроны для дробовика называются. Да. А может, я уже раз пять. О, вот они. Normal Tranquil Shell. Strong Tranquil Shell. Сколько биотоксина? Едите-тяшки, калатитишки. Tranquil Shotgun. О, да. Ну, что я могу сказать? Пригодятся. И где-то тут должен быть патрончик обычный. Да. О, давай так. Д. Почти угадал. Д. Робовик на 39-м появляется. Отлично. Будем искать по 39-му левелу. Вот он. Патрон для дро... Пат... Слышь, я по патрону искал. Ах ты... Точно. Я искал по маленькому патрону. Вот, пожалуйста. Когда они это поправят? Никогда, но, блин, до сих пор мешается. Ну, здорово. Самое главное, что все готово. В плане изучения осталось только все состряпать. А состряпать это уже состряпать фигово все. Да. Пороха надо. Тьма. С этими долбанными путешествиями я вообще забыл о том, что нужно добывать ресурсы. И, к примеру, сейчас у меня угля. Слушай, чувак, едите колотить тут, твою мать! Пугаешь меня! Тик-тю? И как вариант, админ? Нет, не админ. Слишком дофига. Вот это я очканул, думаю, с какого перепуга здесь-то выявляются эти волки. Эй, ты! Ветер не поймал. Отлично. Shift не жал в этот раз. Что делаем? Они светятся. Прикольно. Все равно voice чата у меня нет, так что пофигу. Текс. Я там видел у чувака. О, поймал ветер. У чувака там был уголь. Мне нужен уголь. Мне нужен уголь. А, может он в чат писал? У меня чат отключенный. Надо в чат посмотреть. Но для начала надо уголь спереть. Ой, сколько угля, огонь. Не, ну уголь-то ему точно нафиг не нужен, наверное. Все, огонь. Где тут есть металл? Сам ищу. Ищу. И да, я все-таки ищу. И кто-то свистел человеческим голосом, как я слышу. Ну да и пофигу. Так, ладно. О, не-не-не, стоять. Не-не-не-не. Забираемся повыше, а потом уже прыгаем вниз. О, прикол. Я благодаря этому забрался. Огонь. Ну что, народ, погнали. Ой, как ярко. Фух, в общем, все, огонь. Есть 50 патронов. Так что я надеюсь, я там хотя бы выживу. Такс, вода. Пополняем. Еда. Пополняем. И погнали. Вей! Полетели! Круто! Здорово! Вот это, вот этого реально мне всегда не хватало.
когда ты просто можешь взять и полететь. Прогруз карты. Отлично. Точнее, данжа. Ну, погнали. Так, это сделано специально, чтобы я в соло только мог пройти. Как помните, в ледяной пещере было вот это дело, то, что там только те, кто на плече мог пройти. Вот, пожалуйста. Мой светлячок прошел. Так что да, все огонь. Текс. Заряжай. Сразу же немножечко осветим прибрежный путь, чтобы было немножечко посветлее. И вон того Карна тоже засветим. Прям на жопу ему, да. Уже не первый раз. Текс. Как-то тут дофига карначей. Етеченьки, колотитеньки. Вот. Че я сюда поперся-то? Атоплефра нет, мне это не надо. Вон, видите, крылатый? Сикер. Нет, я думаю, на нем не цель. Так, ну-ка, хотя, давай глянем. Сикер. Ну да, все легко и просто. Нельзя. Жаль, 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 нельзя. Ну что, погнали кого-нибудь агрить на себя. Слышь? Мне и так вообще-то очково. Еще и вы за мной не хотите ходить. Я же второй раз случайно выстрелил. Слышишь, тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно-спокойно. Перестрелят! Тайм-аут. Текс, мясо, да, будем больше мяса. Такс, ну давай, раз уж мне пока что это менее нужно. Так что да. Так, стоять. Тихо. Броню на овца ломает, знаю я тебя. Сдохни, тварь. О, это уже неплохо. Да. Вот это вот. Вот это хорошо. Тихо. Иди уже сюда, задолбал ты меня. Во, сдвинулись. Конченые ублюдки. Куда? Стоять, дезертир. Круто. О, да, кошара. Ой, ну, в смысле, псина. Долбанная тварь. Пошел в жопу! Ублюдки! Я вас всех завалю! Конченые... шаурму пущу! Ай, сущай, да, шаурма ходячий! Забагался, козлина! Ну и сдохни, гнида! Забагался он у меня. Конченый ублюдок. Нефиг со мной связываться. Чмо бегающее. Козлина. Уродливая тварь. Сволочь. Фу. Не, когда они вылезли на меня, это было как-то даже очково. Зато шкур добыл. Оп. Отлично. Шкура — это хорошо. Ну, такой себе. Но неплохо. Непонятно, почему они такие забаганные стоят. Ой, где-то пошел. Собаку вторую разгрызли, да, там? Во время мочилова. Да, загрызла. Он же ее и загрыз. Каннибал.
Конченый, одним словом. Уре! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да погоди ты, говорю! Сволочуга! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Главное, торпор, чтобы на меня не накидывали, уроды! Это главное. На! Козлина! Ублюдочная. Да ты пошел в очко. Сикер у меня тоже. Я тебе сейчас... Короче, мало патронов я наделал. Вот что я понял из этого всего. Я просто половину в воздух выстреливал, особенно по этим сикерам конченым. Да ты достал меня. Сюда я подошел, короче. Буду тебя с руки долбить. Ну тебя в жопу. Все равно попасть не могу. Потому что я дебил косоглазый. О, я так вот то, куда больше попадаю. Наверное. Хотя, вы по мне дамажите немало, да? Ну, погоди, погоди, погоди. Эй, ты, погоди, погоди. Да иди тебя растуды! Да ладно, я вообще просто не могу попасть по нему. Пару патронов попадаю и все. А он, походу, дела хиляется от того, что он мне дамажит. По крайней мере, я понять не могу, что за говно и какого фига. Во, погнал меня дамажит по-жесткому. Не-не-не-не-не-не, я погнал отсюда быстрей. Ей! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ублюдочная свинота. Иди-ка ты в жопу. Хотя бы нужно отрегенить свое здоровечко. Ну вот еще землетрясца мне сейчас не хватало. Ну ладно, немножечко отрегенился. Мне бы еще понять, сколько у него вообще... Что за... Как крикунос? Ты не сикер, что ли? А вот он сикер. А на кого это направился тогда? Да пошел ты в жопу, я еще не был готов. На тебе, ублюдок, на тебе, ублюдок. Подожди, еще один есть патрон. На тебе, козлина. В молоко. Промахнулся. О, забагался, слава богу. Фу. Он, походу, делал все-таки регенится от того, что он дамажит. А левел у него не маленький. Вот я и огребся. Немало. Сдохни, ублюдок уже. Либо он в целом регенится. Конченый. Едить, колотить, вот он регенится. Да уж, короче, самая главная проблема это будет сикеры. Фига, вот у него там реген, просто мама не горюй. У меня бы такой реген, я бы фиг бы где помер. Да уж. И забраться наверх не получилось. О, кстати, вот он тот самый хребет, который в потолок упирается. Забраться наверх не получилось. В пещеру зайти тоже не получилось, потому что как днище чуть не сдох. Ну, прям, короче... Не серия, а сплошные фейлы какие-то. О, бронька добила у меня до конца. Идти, идти колотить, я думаю, что я взлететь не могу. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Как говорится, не судьба. Так, вырубаем. Ты можешь отдохнуть. Ну и давай тебе еще немножечко дальности прокачаем. Не знаю, что она дает, но прокачаем. Так, ладно, ты пока затушись. Я потом металл найду, лучше на металле пожарим. Точнее, поделаем уголь. Ну, одно я могу сказать точно. Я изнахратил весь уголь, а в итоге не сделал ничего. Ну, хорошо, половину. Даже меньше, наверное. В общем, все, отстой.
Ладно, народ, в общем, на сегодня, пожалуй, точно все. Я не знаю, что делать. Наверное, эта карта сложна тем, что ты еще не знаешь, что нужно делать, где искать, как, что, зачем. Здесь нестандартная игра, здесь нету. Притомил летуна, и все, ты можешь все. Здесь нет такого. Здесь все добывается ручками и бегается ножками. Ну и летается немножечко на крыльях. А летуны очень сильно облегчали эту игру. Такие вот, народ, дела. Ну, а я, пожалуй, уже на сегодня с вами буду прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр. О, наконец приближается камера ближе. Вот, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.